Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю ароматный и очень нежный кофейный кето-торт капучино по своему авторскому рецепту на кокосовой муке. Торт не содержит глютен и сахар, а потому подойдет для всех, кто придерживается низкоуглеводного питания, кето или просто ограничивает углеводы в своем рационе. Капучино не поднимает уровень глюкозы в крови и не стимулирует инсулин. Кето-торт капучино относится к категории «вкусная и безопасная выпечка с низким гликемическим индексом». Это настолько вкусно, что я готовлю торт всегда, когда хочется поднять настроение, особенно в пасмурный день. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Предварительно подсластитель для бисквита и крема необходимо пробить в блендере до сладкой пудры. В яйца добавляю эритритол, кофе, соль и ванилин. Вмешиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной смеси, чтобы подсластитель полностью растворился. Добавляю сливочное масло, растительное масло, всыпаю всю кокосовую муку и разрыхлитель. Перемешиваю недолго миксером до получения кокосового теста. В формуле выпекания с предварительно вытянутой пекарской бумагой выкладываю все кокосовое тесто. Распределяю тесто по форме. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. В сметану всыпаю кофе. Перемешиваю до полного растворения кофе в сметане. Остывший бисквит разрезаю на две части. В сливки добавляю кофейную смесь и эритритол. Взбиваю миксером до получения стабильного сливочного крема. А как правильно взбить сливки до устойчивого сливочного крема, вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставляю в особенностях рецепта. Вот такой плотный крем гарантирует, что торт будет стабильный и устойчивый. Выкладываю порцию крема на первый корж. Распределяю крем лопаткой по кофейному коржу. Выкладываю второй корж. Распределяю крем лопаткой по всему торту. Выравниваю торт плоским шпателем. Украшаю торт в виде крученых розочек из насадки номер 336. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк и напишите комментарий. Любая ваша активность не только продвигает канал в рейтинге, но и мотивирует меня делиться и дальше проверенными и стабильными рецептами, которые я всегда тестирую на своей кухне. Чтобы придать торту завершенный вид, обсыпаю молотыми грецкими орехами. Убираю торт в холодильник минимум на 5 часов. Кофейный торт капучино – это настолько вкусный десерт, что одной порции всегда оказывается мало. А учитывая, что торт не содержит быстрые углеводы и глютен, его можно готовить очень часто. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.